Приветствую вас. Мне кажется, что у вас имеет место быть психосоматика, то есть когда определенные переживания психические накладывают отпечаток на физическое здоровье человека и, соответственно, его физическое здоровье начинает ухудшаться именно из-за психического здоровья. Вот. Соответственно, нужно искать то переживание, которое у вас имеет место быть, чтобы определить его, и далее уже, чтобы скорректировать, то есть подобрать, значит, программу коррекционную, да, и метод терапии, и, соответственно, работать с вами. Вот. Вот, в принципе, так вот и нужно с вами делать, если вам не могут помочь врачи, да, если вот так получилось, что проблемы со здоровьем. Было бы совсем хорошо, если бы вы сказали, что это за проблема со здоровьем. Вот. То есть, ну, какие они конкретно. Вот. Потому что так вот вам сложно что-то сказать, да, потому что, ну, непонятно, какие проблемы именно. От того, какие проблемы, зависят, собственно, психические проблемы, да, там. И, соответственно, например, если болит там область рта, да, то это потребность в любви, значит, потребности во внимании и так далее. Если там, грубо говоря, что-то другое, то это тоже я сейчас не буду раскрываться всего. Вот. То есть вы постарайтесь вот все-таки написать или на индивидуальной консультации уже сказать, даже не сказать, а рассказать о том, что все-таки происходит, да, какие все-таки у вас есть именно конкретно проблемы. И, соответственно, уже исходя из этого, можно будет вам помочь. Вот. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.